с вами я, Человек Боба. Сегодня мы играем в игру под названием... Напишите в комментариях. Это может... Сейчас мы будем играть в Королевскую битву. Один... Я буду... Ста. Долгий подбор, сейчас посмотрим. Смотрите, что у меня есть. У меня есть такой пузырик крутой. Вот такой Феликс. Возрождение Феликса. Эмоция очень прикольная. Ой, уже начали. Если что, под этим роликом пишите комментарии, на которых я в следующем большом видео, которое, наверное, я устрою под названием «Ответы на вопросы подписчиков», я буду на них отвечать. Поэтому пишите. Сейчас у нас начинается битва. Ждем подключения. Почему интернет такой... О, все. Я хотела сказать, почему интернет такой слабый. Так, пистолетик подбираю. Я, кстати, еще не первый раз играл. Я метиться-то умею. А, кстати, я Феликса вам сейчас покажу. Вот такая прикольная эмоция. Ладно, погнали. Не умею я стрелять чуть-чуть. Я не очень много играю. Давай, убей! Попадаю. Как там это в стендофе делается? Ой, ну вот. Диалог у нас такой маленький. Завидуй молча, пацанчик. Робот? А я тогда... О, девочка из Наруто. Здорово. Убью. Погнали в каточку. Наконец-то. 3 минуты уже прошло. Как вы уже снимаем. А катки еще до сих пор и не было. Сейчас она началась. Погнали. Куда же мне спрыгнуть? Вот в тот город спрыгнул. Вот он. Надо залететь прямо наверх. На эту корабль. Или дирижабль. А, нет, зачем? Хотя давай залетим. Квадрокоптер какой-то. О, подбираю дробаш же, да, дробаш. Блин, зачем? А вы еще не видели? Что это? Что? Ну что это? Я сыграл 4 минуты. Я 4 минуты сыграл. Вообще. Еще сколько там, 5 минут ждать. Кстати, это что у него в руках? Если кто знает, напишите в комментах. А то это на какую-то ракетницу похоже. Лудочка. О, боксик у него там. Что? Граната. Еще, кто играет в эту игру, ставьте лайк и подписывайтесь. Что это? Все.
Я. О! Ура! Новая карточка! Давай! Как там кричат? Домой! Озвучка, конечно, у меня не очень. Но все равно. Играем. Фон, кстати, прикольный я настроила. В стиле холода. О! Что у тебя тут за тычки такие? Сейчас я сделаю, чтобы ты провалил. Ура! Свалили! Ну, вы видели, какой я игрок уже в этой игре. Поэтому вам уже нечего ждать. Спрыгиваем. Полети вот над мной. Прям ровно. Просто мой пузырик. А, это уже другое место. Ну и хорошо. Блин. Я увидел, типа, там эту дырку. Я думал, я опять сдохну. Умру. А что ты скакаешь? Блин, что я сделал? Зачем я бинты купил? Мармелад какой-то. Теперь объект. Не надо. Пушка. Так, все, все, все. Кстати, когда я играл про. О. Ух. Пацан был. Опа! Ну блин, ну как? Не понимаю. Как это? Как? Где кто? Где? Вообще я какой-то лютый прошка. Ой. Мне кажется, вы в комментариях напишите. Пацан, сначала научись в эту игру играть, а потом снимай видос. Я, в принципе, с вами согласен. Так, сейчас чаёк попью. О, я не знала этой фишки. Третья карточка. Поехали. Ой. Наверное, я сыграю только третью катку ещё. Потому что... Ну, с такой, ну... Когда он сначала прыгает, умирает, а потом его просто застреливают. Когда он два раза его видел, а тот его не видел. О, что это? Ты подпрыгнул? И запрыгнул на эту. Но... А, нет, лучше на заправку рядом. Нет, я думаю, сюда. Вот сюда. Мне кажется, тут больше, блин, ресурсов.
крыше, на крыше. Опа. Забираю. Да ё-моё! Нычка! Я нашёл нычку. Так, о, хорошо. Почему у меня первая пошла 5? Я что, не под себя кину? Ну я съедаю вообще. Ну, блин. Опа! Дробашек. Я, кстати, по-моему, с этого дробаша тогда убили, да? Наверное. Блин, там кто-то был, да? Заправки. Окс, ресурсы. А я пока не... За машиной, да? Ну, блин, машина! Ой. Ресурсов не было. Или ресурсы были? Как в Стардофе с собой. Блин. Фу! Повезло. Извините, я чуть-чуть приболел. А чё мне так везёт? Окей. Что я выкину? Узишку? А что я созвоняюсь? О, погнали. А что я ходить не могу? Блин. О, соль. А, вот все заработало. А то у меня этот игра прям лагает жестко. А зачем я это ломаю? Верстак. Мяло. Все лагает вообще. Я уезжаю лучше.
Мужа сколько? Я вообще не мастер водить. Все? А нет. Это здесь стоп. Ура! Золотой! Место удалено. Блин, нет, вот. Ура, это все. А это что у нас? А, это же нет. Я сделал так, я специально зажгу, чтобы больше никто не смог зажечь. От моей смертельной пулей. Я уже играю с вами уже 18 минут 10 секунд, поэтому это вообще. Ой, 18 минут 10 секунд, извините. О, туалет. Чего он такой странный? О! Нет, нет, брошка. Зачем у нас такое оружие? Ну точнее, зачем? А, блин, что я заговорю? Нормально у него тоже. Не, наоборот, хорошо. Как будто там кто-то на крыше был, как я. Я, ребят, потише сделаю, чтобы вы меня хорошо слышали. А то голос чуть-чуть охрип. После того, как я килл сделал. И после двух моих неудачных игр. О, хорошо. Все.
со спрыгиванием? Нет, конечно. Блин! Фух! Это что? А, ну стой, стой, это проверка. А ну что и... Пожалуйста. Это что? Подушка установка, типа. Не, у меня нету. Чего? Если мне вы... А, нет, хотя... Ну, первая карта, по-моему, самая интересная была. Когда я взял и просто меня даже не стреляли. О! Что это? А, не лохи. Я думаю, что кто-то пользовался. Буря. Наверху? Брошка-то наверху? А где ты? Где найти хочу? Он подо мной, значит. Туда. Пожалуйста. Пожалуйста, выпади. Ну нет. А хотя, блин. Этот как лучше. Ну, как мне говорят, вот этот дробаш лучше. А чё я тут встал? Лучше я уже уйду отсюда. Что это? Блин, 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 блин. До уменьшения. А. Нам сейчас нормально. Я это уже внутри зоны. Кстати, кстати, кстати. Там кто-то. Там кто-то. Блин! А такой шанс был убить. Мне кажется, он сюда побежит.
Блин. Ну как? Как так? Пятое место. Ладно, с вами был я, Человек-бомба. Всем пока.